На ночные дежурства заступили полицейские возле бараков на Уралмаше в Екатеринбурге. Там на этой неделе произошло сразу два пожара. Жильцы уверены, что их дома поджигают, чтобы быстрее выселить. Сегодня на место выехала межведомственная комиссия, в которую вошли спикер Гордумы Игорь Володин, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко, а также депутаты, представители прокуратуры и застройщиков. Жильцам двухэтажек предложили пока переехать в маневренное жилье, но не отказались. Представители застройщиков пообещали ускорить процесс переселения. Полиция начала доследственную проверку, чтобы установить причину возгораний. Тем временем возле домов планируют установить камеры видеонаблюдения. Первоначально хотели установить две камеры, но технические специалисты посмотрели, что правильнее закрывать весь периметр, и необходимо установить 6 купольных камер для того, чтобы осматривать всю территорию. То есть также это будет и записывающее устройство, и монитор. Кроме того, точки доступа к записям с камер наблюдения появятся и у самих жильцов. Оборудование планируют подключить в эти выходные. Напомню, пожары произошли 11 марта. Первым загорелся двухэтажный барак на улице Кировградской. Спустя несколько минут пламя вспыхнуло и в соседнем доме. Эвакуировали 27 человек, включая маленьких детей. Мы будем продолжать круглосуточное дежурство возле дома. То есть, как мы и дежурили, вот все эти ночи после поджога, по 3 человека, по сменам. Потому что это страшно. Дома такие деревянные, они могут очень быстро воспламениться.